О том, как я пишу свои стихи, это не нужно рассказать, это должно идти отсюда, с души, сердца. И если у человека этого нет, то если стихи не будут. После того, как я напишу, я выдыхаю ту силу, с которой этот стих был написан. А что в смысле жизни? Ну так, то, ради человек живет, весь смысл его существования заключается именно в этом смысле жизни. В моем случае это мои стихи. Я живу ради того, чтобы писать свои стихи, чтобы оставить после себя какую-то память, когда-то меня не станет, а мои стихи будут существовать. И будут служить каким-то напоминанием о том, что когда-то жил здесь такой человек,